Приветствую всех! Очередное сопроводительное видео к подготовительной работе, к участию в курсе, основным автором которого является Вернер Эрхард, курс Being a Leader, который в открытом формате пройдет в октябре 2019 года в Канкуне, в Мексике. Сегодня мы говорим о контексте. Контекст в данной работе является одной из ключевых дистинкций. И если вы хотите увидеть источник того, что определяет ваш способ быть и способ действовать в той или иной ситуации, смотрите это видео. Мы даем людям открыть для себя, что их способ быть, их действия, или, если хотите, их способ быть, когда они являются лидером, и их действия, когда они эффективно осуществляют лидерство, являются соответствием, естественным соответствием, или, как мы говорим в курсе, естественной корреляции того, как то, с чем они взаимодействуют, проявляются для них. То есть мы могли бы сказать, что бытие лидером и эффективное осуществление лидерства в качестве своего естественного самовыражения зависит от того, каким образом для меня проявляется то, с чем я сейчас взаимодействую. И вопрос в том, как же мне сделать так, чтобы то, с чем я взаимодействую, проявлялось бы для меня таким образом, чтобы моим естественным самовыражением было бы быть лидером и эффективно осуществлять лидерство. Контекст здесь мы рассматриваем как довольно мощную когнитивную линзу, как довольно мощный фильтр, который определяет то, каким образом для меня проявляется то, с чем я взаимодействую. И, как мы помним, то, как для меня проявляются обстоятельства и ситуации, с которыми я взаимодействую, находится в очень тесной связи с моим способом быть, то есть с тем, с кем я являюсь в данной ситуации, и с тем, как я действую. Помните, вот это тесно коррелирует, это находится, можно сказать, в танце друг с другом. Если мы посмотрим на то, как устроено определение контекста в общепринятом понимании, это некоторое слово, которое проясняет для нас описание каких-то обстоятельств, да, набор каких-то слов, набор каких-то фраз. Как устроена загадка, да, там, семь одежек, все без застежек, капуста, да, то есть тут как бы сразу проясняется для нас то, что сказано было выше. Если вам дать почитать кусочек какой-нибудь инструкции, там, наносите на волосы сразу после мытья, держите 5 минут, смывайте теплой водой. Мозг сразу это все определяет контекстом, там, кондиционер для волос или средство по уходу для волос. В курсе и в работе Вернера в целом контекст является очень важным элементом и как раз дает возможность увидеть, где находится источник нашего способа быть, то есть источник того, кем мы являемся в данной конкретной ситуации, и, соответственно, источник того, как мы действуем в той или иной ситуации. It's all about context. Возвращаясь к тому, как устроен наш мозг, любые обстоятельства и любую ситуацию мы видим в некотором контексте, в том или ином. Для того, чтобы это именно ощутить, именно увидеть, а не просто принять как некоторый факт, мы можем дать себе время и посмотреть на это, проверить для себя, убедиться на собственном опыте, как это происходит. Просто выйдя на улицу, проехавшись за рулем, отметить для себя, что в любой ситуации, что сталкиваясь с любыми обстоятельствами, все эти обстоятельства и ситуации для нас появляются в некотором контексте. Поищите ситуации, в которых этого контекста нет. People think different things. Увидеть. Именно увидеть для себя, что контекст мощнейшим образом определяет все, значит, как проявляется для меня все, с чем я имею дело. В курсе приводится такой пример, как
Если вы вдруг оказались на дороге за рулем за каким-то очень медленным, нерасторопным водителем, как бы отметьте для себя, как это для вас проявляется, да, и каков ваш способ быть, каковы ваши мысли в этот момент. А дальше представьте, что сейчас за рулем в этом автомобиле сидит ваша бабуля, например, да, или просто какой-то пожилой человек, знакомый вам. И отметьте для себя, что происходит на уровне вашего способа быть, на что происходит с тем, кем вы являетесь в этой ситуации. Важно понимать, что мы не устроены как люди таким образом, что мы постоянно отмечаем для себя, каков контекст, каков мой контекст для той или иной ситуации. Как правило, контекст мы не видим, мы его не различаем. В курсе они приводят такое сравнение, что представьте, что такое воздух для птицы, например, или там вода для рыбы. Мы не обращаем на это внимания. Следующее важное различие уже внутри того, как мы видим контекст, это контекст дефолтный, то есть тот контекст, который возникает по умолчанию, и контекст созданный, то есть контекст, который мы привносим в те обстоятельства, в те ситуации, с которыми мы взаимодействуем. Прежде всего, очень важно увидеть для себя тот дефолтный, автоматически возникший контекст. Невозможно выстроить новый контекст поверх того, который не виден, который неразличим. То есть первое действие – это мой взгляд на то, каковы обстоятельства, да, вот что есть, каковы объективные обстоятельства того, с чем я взаимодействую. Второй вопрос: каков мой контекст, каков мой дефолтный контекст для этих обстоятельств? Каким образом, да, кем я сейчас являюсь, как я действую под влиянием, под воздействием этого дефолтного контекста? И здесь уже возникает пространство для созданного контекста. Created context versus default context, да, то есть созданный контекст против дефолтного контекста. Каков должен быть контекст для этих обстоятельств, для этой ситуации, чтобы быть эффективным в этих обстоятельствах? Опять же, для эксперимента, для того, чтобы помочь себе это рассмотреть, подумайте о такой вещи, как предрассудки в отношении какой-то группы людей по национальному признаку, по профессиональному признаку, по какому-то другому социальному признаку. И посмотрите для себя, как вы воспринимаете, в каком контексте вы воспринимаете этих людей. Если вы для себя не очень это видите, да, в отношении себя, попробуйте посмотреть на других людей, как те или иные относятся к той или иной группе людей. Попробуйте различить для себя эти предрассудки. То есть прям вот как упражнение можно взять это и посмотреть, а как я отношусь вот к людям с такой характеристикой, или как я отношусь к людям вот этой национальности, например. И идя дальше, двигаясь дальше, посмотреть, а каков мой контекст, да, как я воспринимаю вот этого человека, например, с которым я работаю или сталкиваюсь по каким-то делам, человека не очень близкого. И далее посмотреть на то, как я воспринимаю, каков мой предрассудок, каков мой контекст в отношении кого-то из близких людей. Clinical psychology. И, естественно, далее увидеть взаимосвязь, да, между тем, каков этот контекст, как для меня этот человек проявляется в какой-то вот конкретной ситуации, и каков мой способ быть, каков мой способ действовать, который неизбежно коррелирует с тем, как для меня этот человек проявляется. Обратите для себя внимание на те ситуации, где вы чувствуете какую-то неработоспособность, чувствуете какую-то неудовлетворенность, какой-то напряг, что-то не очень получается, или возникают какие-то переживания там не очень приятные. I'm gonna kill myself! Wow. Обратите внимание на сами обстоятельства этой ситуации, что происходит, что вы делаете, кто что делает, и на контекст, в котором вы все это воспринимаете, который определяет то, что происходит дальше, ваш способ быть, ваши действия. У меня был один очень яркий пример из прошлого лета, чемпионат мира по футболу в Москве, и фан-зону, которую организовали вокруг Московского государственного университета,
который является моим родным местом, в котором я гуляла в детстве, в который я ухожу, чтобы побыть одной, без людей, побегать, погулять и так далее. Вдруг это место заполняется толпами людей, шум, гам, конструкции какие-то, продается фастфуд, черт знает, что происходит. Я была жутко, жутко раздражена всем этим. Это проявлялось для меня как какое-то несанкционированное вторжение. Да, вот это вот вторжение, неудобство. И весь мой способ быть, все мои действия вот в контексте вот этого, естественно, определялись вот этим вот вторжением и неудобством. То есть я очень бесилась, когда я вдруг вставала в пробку, разворачиваясь там где-то по району, да, когда я видела толпы людей, бродящих от метро вот в ту сторону, там мусор и что-то, это все вызывало бешенство. Но, говоря с англичанином, который жил в Лондоне, об этом, который сказал: «О, ты из Москвы, у вас чемпионат мира по футболу, так радостно». Я тут же скривила лицо, я тут же начала ему вот эти описывать все жуткие обстоятельства, как вообще несправедливо вторглись практически в мой двор. Он на меня смотрит, слушает и говорит: «Ну, а что ты так переживаешь? Ну, теперь ваша очередь устраивать вечеринку. У вас гости». Мы, говорит, да, у нас тоже в 2012 году там была Олимпиада, и тоже мы испытывали некоторые неудобства, неудобства. Но это же классно, это вечеринка, это гости, это здорово. Я помню прямо вот на уровне телесных ощущений, как тут же все начало меняться, как я перестала воспринимать это как вторжение, да, как я поверх вот этого дефолтного своего контекста ничего не могла сделать. И только когда я различила это, я смогла создать, да, при помощи этого человека иное восприятие для себя, да, вот эта вечеринка. И когда я вернулась домой, и стоя в той же пробке, я совершенно переживала другие ощущения, там, махала людям из окна машины. Я там приветствовала всех этих разукрашенных людей в шляпе. Я там два раза сходила в фан-зону, посмотрела, как все устроено, поболела там за матч. Все абсолютно изменилось. Понятно, что это довольно такой бытовой пример, простой, что есть гораздо более серьезные ситуации в жизни. Вот. Тем не менее, это вот один из способов, как это работает, как это может работать. Создание контекста, который придает работоспособность той или иной ситуации, это не то же самое, что искажение фактов. То есть очень важно вот здесь не дойти до идиотизма, так сказать, да, и не... То есть когда идет дождь, мы не рассказываем себе, что дождя сейчас нет. Мы смотрим на то, как для нас проявляется это физическое явление, да, каков контекст, как мы действуем, кем мы являемся в соответствии с этим контекстом. Ну и так, завершая этот разговор, я еще раз вернусь к тому, как все-таки дать себе доступ к этой свободе, как смотреть, на что смотреть, прежде всего, находясь в определенных обстоятельствах, в определенной ситуации, где мы чувствуем неработоспособность. Вопросы держать при себе: каковы обстоятельства ситуации, каков мой контекст, как этот контекст определяет то, как для меня проявляется ситуация, как с этим соотносится мой способ быть и действовать. И уже только различив все это, мы можем искать для себя созданный контекст, да, создавать контекст, в котором мы увидим какие-то элементы, которые не были нам видны при автоматическом восприятии, да, которые позволят нам действовать эффективно в соответствии с тем, что для нас реально важно в этой ситуации. Я, как всегда, отмечу, что моя работа совершенно не эквивалентна работе в самом курсе. Я даю вам некоторые выдержки, которые считаю полезными, да, считаю, что с ними соприкоснуться заранее будет полезно и позволит вам более эффективно работать в этом курсе. А также, несмотря на то, что это не полностью охватывает эти темы, дистинкции, термины, все равно это дает вам возможность извлечь для себя некоторую ценность, да, и как-то это уже применить в жизни и увидеть для себя характер работы в курсе и уровень ценности, который вы можете для себя создать, поучаствовав в этом полноценно. Я вас благодарю за то, что вы посмотрели это видео до конца, и приглашаю вас следить за обновлениями, взаимодействовать, активно делиться тем, что хочется допрояснить для себя, активно делиться тем, что удается именно увидеть и рассмотреть в своем опыте. Я увидел, как я увидел, как для меня. Следите за обновлениями и взаимодействуйте с пользой для себя.